Белоруссия, Казахстан, Польша, Чехия и Россия. Впервые конференция, посвященная лучшим международным практикам в области профориентации, собрала в Граце столь представительное сообщество тех, кто помогает молодежи найти свое призвание в жизни. И мастер-классы, организованные студентами Городецкого губернского колледжа, наглядно продемонстрировали успешный опыт ГГК в подготовке высококвалифицированных специалистов. Это, что называется, профориентация в действии. Узнала об этой профессии в школе. К нам приходили из Городецкого губернского колледжа. Профессия называется преподавание в начальных классах, и меня заинтересовала эта профессия, так как в ней есть много отраслей, где можно развиться. И так как моя учитель начальных классов была разносторонней развитой личностью, мне захотелось стать такой же, как она, много всего уметь и спокойно объяснять какие-либо сложные вещи. Из-за этого я поступила на эту профессию и сейчас учусь здесь. Те мастер-классы, я была на двух здесь, была. Это, конечно, очень интересно, очень важно. Я была у кулинаров. То есть девочки, которые руками творят какие-то вот сильно нереальные вещи, все делается очень быстро, очень красиво. То, что я сегодня увидела здесь, то, что я увидела вчера, легко трансформируется в какие-то вещи, в методики, которые преподаются в ВУЗе. Городец стал местом проведения международной конференции не случайно. Уже несколько лет ГГК является площадкой Нижегородского института развития образования для реализации программ по многоуровневой профориентации, начиная с дошколят. Студенты колледжа уже 4 года успешно участвуют в международном движении WorldSkills и занимают призовые места. В этом году был проведен первый конкурс профессионального мастерства для малышей из детского сада «Baby Skills». Это новый подход к профориентационной работе среди дошколят. Сегодня планируется вместе с образовательным пространством, значит, с управлением образования и с властью города Городца, ну и нашим учебным заведением, мероприятие в начале 2019 года для ребятишек 1-4 классов, а также в конце 2019 года для 5-7 классов. В целом выйти и на Junior Skills – это на среднее звено. У нас приехали делегации из Беларуси, Казахстана, мы с ними давно взаимодействуем. И у них есть свой интерес, они показали свое, что у них есть, и мы теперь хотим обменять, чтобы колледжи обменялись студентами, и дальше соберем вот такой сборный уже материал. В рамках конференции прошло пленарное заседание и работали 3 дискуссионные площадки, где участники обсудили положительный опыт профориентации в дошкольных учреждениях, роль дополнительного образования в выборе будущей профессии и модели социального партнерства профессиональных колледжей и школ. По итогам встречи планируется выпустить сборник с лучшими практиками. Также принято решение продолжить международное сотрудничество и организовать ряд профессиональных стажировок педагогов и студентов.